А работаешь где? Где? Бонж Бурьевич. Друзья, всем привет! С вами Алена Бордовская, опять не из Крыма, опять из Питера. Сегодня я, как вам обещала, показываю Олечку. Оля сейчас о себе расскажет немножко, и даже у нее есть кое-что рассказать. А что я могу? Ты сказала анекдот рассказать. А, да, я готова рассказать анекдот про... Подожди, теперь секунду. Сейчас, мы находимся где? Анекдот очень интересный. Мы находимся сейчас на море. Кто тут кашляет? Бабушка. Бабушка с Мией. Кстати, смотрите, какая Мия уже взрослая. Мама, отпусти ее погулять. Отпусти. Опа-на. Посмотрите, вроде бы вот только бордовская беременная ходила. И смотрите, какой же взрослый человек ходит. Мам, да отпусти ты ее, она же сама ходит. Угу. Покажи всем, что сама ходит. Смотрите, какой взрослый человек. Мия. Опа-на. Забирай. Как это море называется? Это Финский залив. Финский залив. Пошли потрогаем хоть водичку, что ли. И вот здесь летом, говорит, здесь столики, тусовка, все дела, короче, круто. А в чем у вас здесь ходят? В куртках или в шубах? Потому что влажность такая вот, ну, чувствуется. Но больше, да, в куртках. В куртках, да? Кстати, я недавно, ребята, шубу же забрала. Да, и улетаю в Таиланд, короче, с этой шубой. Точнее, нет, шубу оставила дома. Но ничего, в феврале вернусь, ее и поношу. А теперь волнительный момент. Моя преобразившаяся шубка. Можно снять, да? Можно. Ну хоть внешне то, что внешне вот даже круче, чем я себе могла представить. Да. Не, ну мы уже примерку делали, конечно, ты уже видела кое-что. Ну я, да, предварительная была, ну как-то так. Летом шубу меряем. Ты скажи, что живьем же, с ним это мы еще не подготовили. Все какие грехи, сейчас будем об этом говорить. Да? А у нас будут грехи? Ну вдруг. Так, грехи, карманы на уровне. Нормально. А что, смотри, какая. Ну, мне кажется, тут, конечно, не платьишко, а такие брючки. Или темная юбочка. Ну, летний платье. Джинсы. Да, джинсы. Классно. Каблучок такой. Я всегда волнуюсь, плечи смотрю, чтобы нет, плечи были. Идеально. Чтобы было удобно. Рукава идеально. Да? Смотри, да, конечно. Такой еще стоечка. Я стоечку хотела сделать чуть больше, но меха ж не было вообще. А, вот это максимум полностью, что мы могли вытянуть. Ну ничего, вообще классно, супер. Это вот все классно, не будет обтираться у меня. Ну тут же, Алена, я, о, не помню, я рассказывала, весь же мех поставлен, зашит и поставлен на дублерин. То есть он, может быть, ты чувствуешь, что он поплотнее, мех сам, мех. Да. А потом уже еще подкладка на синтепоне. А, вообще теплая. То есть для того, ну это больше не для тепла, а для того, чтобы склеить все эти кусочки. Угу. Уже, то есть мы их зашили, но мы их еще склеили, тут мезра очень тоненькая. А с этим дублерином она и поплотнее, и чтобы держалась четко. Я не знаю, такую или может сейчас что-нибудь другое выберу, но мне кажется это. Подарок? Такая, подарок тебе, сумочку. Комплект. На самом деле я очень благодарна ребятам за их работу, вот прям вообще. Но хочу сказать не об этом. Вот если вы человек творческий, если у вас руки вот прям растут из того места, то вы можете поучиться у ребят вот делать вот такие, смотрите, шикарные вещи. Выделка по коже просто шикарная. И они проводят обучающие, у них есть обучающие ролики в Ютубе, у них есть курсы обучающие, так что вообще прям супер. Да я даже ссылку оставлю в описании, ведь такие курсы, которые есть у них, эти знания, которые есть у них, в интернете просто так вообще не найти нигде. Ой, а что-то оно какое-то нечистое. Нечистое, что-то вода. Ну а тут ушла, купаются, видишь? Вообще? Купаются, только летом, надо, да? Далеко-далеко идти, чтобы у тебя хотя бы по пояс было. Здесь да? Колено, а, мелкое море, как у нас в Евпатории, да? А, ну, градусов нормальное на летом? Да, тебе из-за того, что мелкое, оно быстро проживается. То есть ты вот такая загорелая, это ты здесь летом загораешь? Конечно, на песке. Все нормально, с кремом. А потом хожу, добиваю в солярий. Короче, мы вчера ходили в кино с Олей. Флюся ее зовут. Флюся. Это, ну, как бы, канал в названии. Но я Оля Зубжа по имени. Вот. И встретили питерского такого колоритного представителя алкокультуры. Алкокультуры, да, когда подошел. Дайте, говорит, девочки, а сначала к тебе прикопался. Курить вредно, говорит, дайте 7 рублей, говорит, на спирт не хватает. Такой интересный. Ты знаешь, мне чип-то даже показал, что он на шнура похож. Ты не показал? Ну, что-то такое. Что-то есть, замашком, да. Ну, короче, сейчас посмотрим. Что ты ищешь там? Вчерашний день, что ли? Друг! Мы тут с Олей, короче, друга встретили.
Все, подошел Коля, говорит, курить, говорит, вредно. Даже я что-то потерял, что ли? Я, говорит, железо собираю, говорит, для дела. Алюминиевый банк. Покажи, пожалуйста, достань. Ну, камера в темноте не видит. Ну, алюминиевый банк, я что-то не вижу, что ли? Покажи, да, вот, алюминиевый. Что ты потерял? Ты мне полтинник обещал. Я вот же держу, смотри. Не просто... А, подожди, это что, чистоганч? Да. Подожди, а ты... А, разводить надо, да? А где взял? Дяди Васи. А, дядя. В гаражах. Ага, понятно. Там гаражи такие. Алена, ты видела, какие интеллигентные люди из Санкт-Петербурга. Да. Даже у них есть платочки. Так мало того, еще культурно подходит. Понимаешь, не то, что там... Да. Вот это вот, а культурно, платочком. Конечно, очень. Откуда вы взялись такие? Так мы вот, там мы вышли из кинотеатра. Кстати, а ты... вот эту фигню никто уже давно не ест. А вы хотите? Нет. Нет? Есть, хотите? Нет. Нет? Возьмите, целую банку. Нет, если ты мне килограмм колбасы предложил, я бы мне рассказал. Вот это целую банку. Нет, нет. Чей Крым? Ну, чей, российский, ёпь. Чей, чё, хохлянский, что ли? А ты кто? Кто, я крымчан. Скидка за Рогодин. Что сказал? По-украински? У вас же запрещается уже по-русски говорить. Почему? А потому что этот придурок, этот, как его, Параша, блин, его зовут, Параша. Параша, блин, ну, ага. Кусок говна, блин. Тебе не холодно? Мне нет. Что-то как-то в Питере прохладно, нет? Ну, ё-моё, это еще нормальная погода. Да? Да. А, это я еще заряжалась. Как тебя там зовут? Все забыл. Алена. Алена. А тебя как зовут? Меня Андрей зовут. Андрей, ага. Слушай, ну ты такой интеллигентный, вот, молодец. А работаешь где? Где? Бомж Бруевич. Что говорит? Бомж Бруевич. Это что такое? Девчонки, я пошел, у меня там спирт стынет. Спирт стынет? Да. Ну ладно, не будем. Пять пятюню давать. Я попытаюсь с вами так сойти. Что вам? Что ты сказал? Вас махан Питер жопа нельзя. Питер что? Питер жопа. Он просто решил все маты собрать. Да, ой, ну видишь, зато как вот. Ага. Вот так вот как-то. Так, ну что, давай перейдем к анекдотам. Давай. Короче, подожди, давай ты о себе расскажи. Ты про что снимаешь? Я снимаю анекдоты, снимаю в автомобиле все время с медвежонком. А, да. Рассказывает анекдоты. В общем, ну очень даже хорошо популярная тема идет. А еще стримы и пранки. Мы вот сегодня будем пранковать. Наверное, вы уже смотрите, оно, наверное, уже и вышло где-то. Вот. Надень. Давай, коронный, фирменный. В общем, анекдот про хейт. О, тему, да, приходит, давай. Значит, хейтер к психотерапевту. У него он спрашивает: комментарии пишете? Пишу. Сколько в день? 3000. Ну, и что вы при этом чувствуете? Власть чувствую, могущество чувствую. Подробнее, подробнее, я хочу примеры. Ну, например, блогер Алена Бордовская снимает ролик, тратит кучу ресурсов, вкладывает свою любовь, делает монтаж, выкладывает его, ждет, что всем этот ролик понравится. А я сяду и напишу: Алена Бордовская, твой ролик! И все! Это власть, это могущество! Понимаете? А когда смеется, Оля? После слова лопата я... И все. Приехали маме куртку выбирать. У Оли очень смешная надпись. Припарковалась она, и вот я у гинеколога скоро вижу. И что, часто звонят? Нет. Не звонят. Надо что-нибудь добавить. Боятся отвлечь, наверное, Оль. Пошли за курткой, мам. Какой тут магазин тут. Так, мам, ну что, рассказывай. Ну покажи с передом-то. А? Купили пуховик, оказывается, сейчас неделя черных пятниц. Короче, вообще классно. Да? Мама, шапку ты не одела, шапку. Вот такая какая-то шапка. Как-то назвали ее Лабра. Ну, типа, вообще модняк. Мы говорим, беретку нам. Они говорят, зачем вам беретки? Беретки-то для бабушек. Мама-то у нас женщина. Мама говорит, я, говорит, только жить начинаю. Ну все, теперь у тебя обновки из Питера. А тебе ничего не купили? Перчатки еще. Да, еще перчатки. Со Снупи гулять. Все, круто. Ну как? Ну. Мама модная теперь, молодежная вся. Да. Вышивать по Крыму там. Оля, спасибо тебе. Да, все благодаря тебе, Оля. Только, пожалуйста, я рада. Мама-то вон какая счастливая.
Все, запись пошла. Прощаюсь уже с Олечкой вечером. К сожалению, очень грустно, что эта славная семья покидает наш супер город романтики и любви. Стрим провели только что, вогнала меня в краску, короче. Ну ничего, теперь я еще более раскрепощенная. Это, как говорится, работайте со своими комплексами. Вот именно. Не надо их себе хранить. Ничего в этом такого нет. Ладно. Пошутили, пошутили. Давай. Пока. Да. Да, ссылка на стрим в описании будет. Там мы звонили шарики и заказывали шарики на одну очень скромную вечеринку. В общем, все в прошлом стиле. Все, пока. А мы вот живем тут. Ну, я уже показывала, но вот такой у нас двор. Такой лысик на улице. Мало волосиков. Все, мы уже в аэропорту. Я даже поела в моей бизнес-зале. Сюда попали благодаря одной карте, но я не буду говорить, что это за карта, потому что мне постоянно потом реклама. Короче, есть одна классная карта, по которой можно проходить бесплатно в бизнес-класс. Тут шведская линия, сейчас ела макароны, гуляш. 2 часа назад завтракали, омлеты, блинчики, все дела. Короче, класс, с ребенком особенно комфортно. И людей, смотрите, видите, нет практически. То, что нам нужно, тишина, спокойствие. Диваны мягкие, можно поспать вздремнуть. О, с комфортом. В общем, что хотела сказать. Я, знаете, вспомнила, что лет 5-7 назад, когда я приходила в гости там к подруге, у нее там супер-пупер шикарный ремонт, или садилась к друзьям в машину знакомым, у которых там крутая тачка, я себя чувствовала неуютно. Ну, типа, мол, блин, они такие какие-то крутые, а я какая-то такая, ну, непричесанная, что ли. Ну, ощущение какой-то непричесанности, что ли. Знаете, пока у меня было такое ощущение, я даже могу сказать, что мироощущение идет изнутри. С тех пор, ну, с 5-летней давности, ну, как бы я не сильно поменялась. В финансовом плане тоже не скажу, что я там прям супер-пупер богатый человек. Но вот бизнес-класс, который достался, можно сказать, даром, я себя чувствую здесь нормально, несмотря на то, что я в такой футболке, лохматая. Но теперь я себя чувствую здесь комфортно и уютно, и у меня нет такого ощущения, я в каком-то крутом месте, мне надо быть круто выглядеть или еще что-то такое. Короче, все исходит от нас, изнутри, мироощущение, комфорт, я про это хочу сказать. Чувствуйте себя комфортно в любом месте, и тогда оно так и будет. Все, с душой из Питера, из культурной столицы. Влюбилась я в это место вот прям миллион раз. Поэтому сюда обязательно вернусь, вот прям точно вернусь. Это место, куда хочется вернуться на подольше, не на 3 дня. С душой из Питера, Санкт-Петербурга. С вами была Алена Бордовская. До встречи в Таиланде. Пальмы, лето, жара и купальники. Слушай, ну ты прям... О, плыли мы по морю, был 9-й вал. Помнишь, когда я полицейского бензином... Ты что, кино еще смотришь? Бензином, когда полицейского облил, да, и вот он танцевал вот это. Это вот ты вот. Да, это. Привет, Андрей. Ой, у тебя еще и голос есть. Ой, сама в шоке. Давай тогда это, как мы в детстве пели? Коньим яблочком, конь не серый, а я маленький, да не жирный. Короче, сегодня что, 100 грамм закрыл, понял? Все. Да, понял? $100. И друзьям своим скажи. Сразу. Все, закрыл Крым наш, выпить, обмыть это дело. С 14 года хоть раз за Крым наш пил, нет? Че, не пил ни разу, что ли? Я болел, конечно. Ну, болеть и выпить — это разные вещи.